РАИ, радио и телевидение Италии, совместно с компанией САЧИС представляет. Жизнь Верди. Седьмая серия. В ролях Рональд Пикап, Карло Фрачи, Джампьера Альбертини, Амера Антонутти, Лина Каполикио, Энцо Черузико, Эва Кристиан, Нино Даль Фабро, Адриана Иноченти, Агла Марсили и другие. Автор сценария Рената Кастеллани. Оператор Джузеппе Руцеллини. Режиссер Рената Кастеллани. В фильме звучит музыка Джузеппе Верди. Смерть Мариани оказалась для Верди неожиданной. К тому же в то время он пребывал в скорби после другого горя, кончины Алессандро Манзони, писателя, которым он восхищался, перед которым преклонялся. Вы не можете представить себе, какое уважение, какое почтение я испытывал к этому человеку, создавшему столь великую книгу. Не просто книгу, а утешение для всего человечества. Маэстро, надо войти в здание. Несколькими годами ранее Верди и Мадзони познакомила Клара Мафеи. Во время той встречи сдержанный и гордый Верди смущался, как школьник. Вот его слова. Как могу описать Манзони? Как я могу определить те нежные чувства, которые вызвал во мне этот святой, как называла его дорогая Клара? Верди пришел к могиле Манзони через некоторое время после похорон, чтобы избежать назойливых взглядов любопытствующих. Он упал, выходя из церкви Сан-Фидели. Ему только что исполнилось 88 лет. Смерть его сына Пьетро месяцем раньше оказалась для него слишком тяжким ударом. Благодарю вас. Рикорди, я хотел бы... Что? Нет, ничего. Я должен выразить мои чувства к этому человеку публично. Я хочу предложить... Нет, я пока все обдумаю. Да, я должен все обдумать. Идемте, Клара. Что обдумать, маэстро? Я вам напишу. Вы передадите мои предложения мэру Милана. Мэру? Нет, я лучше напишу ему лично. Верди написал письмо мэру Милана, в котором выразил желание создать реквием в память о Манзони. Большую часть реквиема он написал в Париже, в отеле «Дебат». А вот и кофе. Муссо жил в Париже уже несколько лет. Лекарство Верди, его волшебный напиток долголетия. Мы уходим. Муссо стал настоящим парижанином. Они с женой со мной погуляют. Счастливо, приятной прогулки. Прошу вас, дамы. Маэстро.
Верди включил в реквием произведение «Либера ме домине» «Освободи меня, Господи», которое было написано им ранее для мессы в память о Россини, но ни разу не исполнялось. «Диес ире сальве цекулум» — «День гнева» или «День скорби». Огонь испепеляет небо и землю. День гнева или день скорби. Огонь испепеляет небо и землю. Ритуальные слова реквиема или месса мертвых, как называл его Верди, был своего рода либретто, живым, глубоким и превосходящим все остальные, с которыми работал Верди. Реквием этернам дона и домина. Это были уже не смиренные, услужливые строки Пьявы или Камарана, но торжественная литургическая латынь. Вместо знакомых ситуаций ревности, бесчестия, предательства, одно великое драматическое противостояние человек перед лицом смерти. День суда, день гнева Господа. Человек, знающий, что он должен умереть, с гневом встречает неизбежное. Душа его мечется между страстной надеждой и мрачным ужасом. «22 мая 1874 года, ровно через год после смерти Манзони, реквием был исполнен в Миланской церкви Сан-Марко. Прослушивание было устроено городскими властями. На нем присутствовал мэр и весь городской совет, в том числе его член Арриго Бойта, который горячо поддержал это мероприятие. В церкви собрались 2500 человек, критики, официальные лица, музыканты со всей Европы. Дирижировал сам Верди. Одной из солисток была Тереза Штольц. Впоследствии Верди исполнял реквием по всей Европе, в Париже, Лондоне, Вене. С ним всюду ездила Джузеппина. И, конечно, Тереза Штольц, которая пела реквием. Джузеппина испытывала огромную усталость. Клара, дорогая, у меня совсем не осталось мужества. Как я могу доверять кому-нибудь или чему-нибудь? Меня так жестоко лишили иллюзий, что теперь любые разговоры о любви и преданности оставляют меня равнодушной. Ее подозрения, вероятно, были не беспочвены. Их усилила флорентийская газета «Иль Пуньоло». Боже мой! В ней появилась серия статей. Опять та же история! Опять! Статьи назывались «Карьера и приключения Терезы Штольц, сопрано, родившейся в Германии», хотя Тереза родилась в Богемии. Какой позор! Какие лживые слова! Ложь! Сплошная ложь! Вранье! Наглое вранье! Ах!
Ты читала? Какой кошмар. Да, я читала. Я читала эту мерзость. Мария Вальдман, меццо-сопрано, тоже пела «Реквием». Когда опера «Дон Карлос», которую дирижировал непревзойденный Мариани, была встречена с огромным восторгом, Верди и Штольц были ему бесконечно благодарны. Но затем Штольц, как соблазнительница Ева, бросил на Верди столько кокетливых взглядов, что он, одержимый фантазиями, пал к ее ногам. Верди и Штольц предали Мариани. Наглая ложь, бесстыдная наглая. Как теперь быть? Что можно сделать? Игнорировать такое нельзя. Иного выхода нет. Чем больше дискуссий по поводу скандала, тем больше он раздувается. А Верди? Бедный маэстро. Что скажет он, когда это увидит? С тех пор отношения Мариани и Штольц становились все холодней. Она, будучи ловкой и опытной куртизанкой... Ловкой и опытной куртизанкой. И зная, что ей надо выбирать из двоих, выбрала более яркую звезду маэстро Верди. А его жена? Они написали и о его жене. О сеньоре Джузеппини? Вот, в конце страницы. Находившаяся сначала в неведении Джузеппино Стрепони, жена Верди, вскоре поняла, что Тереза Штольц не только замечательно исполняет партии в операх Верди, но и удовлетворяет бешеную страсть маэстро. О, Боже! Многие из распространенных впоследствии сплетен о Верди, Мариани и Терезе родились из этих грубых скандальных статей. Но как бы мы ни проклинали такой жанр журналистики, стоит отметить, что и самые лживые статьи могут содержать долю правды. Почему Мария Вальдман, которая также пела в «Аиде» и в «Реквиеме», во время всего европейского турне никогда не упоминалась в связи с Верди, в отличие от Терезы? В любом случае, вне зависимости от того, что было и чего не было, история наконец дошла до своего финального акта. Париж. Прошел год после турне с исполнением «Реквиема». Верди и Джузеппино приехали сюда на 3 месяца для постановки «Аиды» на сцене итальянского театра. Тереза тоже с ними в Париже, но живет в другом отеле. Она поет в опере за главную партию. Мария. Да, сеньора, Мария. Я слушаю. Мария, когда маэстро вернется из театра, скажите ему, что я ушла. Пусть не ждет меня к ужину. Но, сеньора... Сеньора, я оставила для него письмо на каминной полке. Хорошо, сеньора. Черновик этого письма со многими исправлениями и изменениями сохранился среди бумаг Джузеппины. Чтобы вы лучше поняли содержание письма, следует рассказать о событиях предыдущего вечера. В тот вечер Верди собрался уходить. Ты уходишь? Да. Уже пора ужинать. Я вернусь. Идешь в отель «Риц»? Да. Я уже посылала туда человека. Мадам Штольц чувствует себя хорошо. Я сказала тебе об этом, как только ты сегодня вернулся. Знаю, дорогая, но ее не было на репетиции. Возможно, у нее трудности. Ты же знаешь. Догадываюсь, но... Но? Дорогой Верди, поскольку эта женщина тебе ни жена, ни дочь, ни сестра, и не прикована к постели болезнью, может быть, ты сможешь не видеться с ней один день? Послушай. Мы не знаем, что ответил Верди, но в своем послании Джузеппино пишет, что он произнес горькие, жестокие, грубые слова. Возможно, чтобы усмирить ревность Джузеппины, Верди упомянул о ее прошлом. После упоминания об этом разговоре она продолжает. Я не могу сказать, правду говорят или нет. Я знаю только, что в последние 4 года у тебя были моменты неудержимого влечения к этой особе. Эти порывы ни одна женщина не могла бы описать более мягкими словами.
Я уверена, что всегда проявляла к этой особе достаточно гостеприимства и любезности. Надо ли напоминать тебе, как ты отблагодарил меня за них? Горькими, жестокими, грубыми словами. Если слухи правда, давай все прекратим. Если нет, будь менее страстным в своих порывах и постарайся помнить, что я твоя жена, столь презиравшая сплетни в прошлом, вынуждена теперь мириться с разговорами о браке втроем. Я считаю, что имею право ждать от тебя, если не ласки, то хотя бы разумного поведения. Неужели я прошу слишком многого? Неужели? Это письмо – драматическое свидетельство глубокого кризиса в отношениях Верди и Джузеппины. Вопрос в том, являлись ли подозрения Джузеппины оправданными. Были ли для них основания? Ответить на этот вопрос невозможно, особенно учитывая тот факт, что сама Джузеппина даже спустя 4 года не имела на него ответа. И все же после внимательного изучения всех свидетельств можно высказать предположение, но только предположение о том, что между Верди и Терезой не было ничего серьезного. И грубость Верди с Джузеппиной. Да. Горькие слова. Жестокие, грубые. Более логично считать поведением мужчины, которого подозревают в том, чего он не совершал. А Тереза, будучи человеком умным, поняла, что пока между ней и Верди ничего нет, она в выигрышном положении. Она может честно смотреть в глаза Джузеппини и сохранить интерес к себе Верди, каков бы ни был характер этого интереса. Интерес, желание. Надо ли осуждать за них Верди? Он мужчина, но он еще и гениальный творец. Может быть, Тереза разжигала не страсть Верди, а его воображение. Может быть, после мрачной горечи Дона Карлоса именно ее женственность вдохновила его на лучезарный блеск Аиды? Может быть, Тереза была для него источником вдохновения? И может быть, именно эта мысль заставляла так страдать Джузеппину? Боже мой. Боже мой. Сад закрывается, дамы и господа. Сад закрывается. Прошу всех покинуть сад. Сад закрывается, дамы и господа. Прошу всех его покинуть. Покиньте его, пожалуйста. Поспешите к выходу, дамы и господа. Сад закрывается. Сад закрывается, мадемуазель. Прошу всех пройти к выходу. Сад закрывается. Мы не знаем, какой была реакция Верди на письмо Джузеппини. Она провела все лето в Сантагате, в грусти и тоске. А Тереза уехала петь в Россию. После ее возвращения ее дружба с Верди стала менее тесной. Они снова оказались вместе втроем лишь через некоторое время. Мадам, прошу вас. Чуть-чуть склонить голову вправо. Вот так? Но не слишком. Вот так. Вот так, прекрасно. Не двигайтесь, мадам. Один, два, три. Не двигайтесь. И четыре. Готово.
Эту фотографию до сих пор можно видеть в Сант-Агате. Надпись на ней сделана рукой Джузеппины. 2 года спустя к ней вернулось спокойствие. Буря, наконец, утихла. Навсегда. Моему Верди, с любовью, и поклонением, как в прежние дни. С любовью и поклонением, как в прежние дни. Не как всегда, а как в прежние дни. После бурных переживаний Джузеппина словно говорит: «Мы все забудем». Но если она считала, будто должна за что-то простить Верди, она слегка омрачила свое прощение словом «поклонение». В нем есть тонкий намек. Санта-Агата, 8 сентября 1878 года. Твоя Пипина. Потрясающая женщина. Пока происходила их личная драма, случились также важные общественные события. Пипина, взгляни. Вот что нам прислал префект города Парма. Интересно. Его честь и сенатору Джузеппе Верди. Ты сенатор? Мне кажется, им сделали. За то, что я плачу 13 тысяч лир налогов в год, меня сделали сенатором. Не может быть. В политике возможно все. Но в письме было сказано, что Верди назначен сенатором за его заслуги в искусстве. Несчастный Пьяве, наконец, умер после 5 лет мучительной болезни. Умер и король Италии Виктор Эммануил II. А Бойта, бывший лидер молодых горячих голов, снова дал о себе знать. Бойто. Что это? Опера «Мефистофель». Рекорди прислал мне «Мефистофеля». Опера Бойта «Мефистофель», сильно переделанная, сокращенная, переписанная, снова была поставлена на этот раз с огромным успехом. Смотри, здесь посвящение. От Бойта. От Бойта? Да. Тот самый Бойта, который обвинял тебя в банальности и упадке, прислал тебе свою оперу с посвящением? Похоже, что да. Так бывший лидер молодых бунтарей отдал дань уважения великому старику. Почти каждую зиму Верди и Джузеппина проводили в Генуе. Теперь они занимали апартаменты во дворце Дория, великолепные комнаты, где останавливались короли, папы римские и императоры. Маленькая Филумена, или Мария, как называли ее Верди и Джузеппина, их обожаемая приемная дочь теперь стала взрослой. Сегодня она выходит замуж. Как я выгляжу, тетя? Как ангел, дорогая. Ты великолепна. А какое платье было у вас, когда вы выходили замуж? Когда я выходила замуж, мое платье... Какое оно было? Я не помню. Джованна, идем. Надень перчатки, дорогая. Ты просто восторг для глаз. Ты выглядишь изумительно. Спасибо. Постой. Ты готова? Идем. Вот наша невеста. Она прелестна, не правда ли? Дядя. Это правда, моя дорогая, это правда. Когда я увидела, как она в белоснежной фате идет к алтарю, слегка опираясь на руку моего Верди, я была глубоко тронута. Она казалась воплощением невинности. Джузеппина не могла избавиться от чувства вины за то, что она пришла к Верди не невинной юной невестой, а много испытавшей женщиной с грешным прошлым. Теперь, когда Филумена вышла замуж, они стали более одиноки. В генуэзских апартаментах, огромных, как королевские покои, Верди становилось скучно и тоскливо. Как идет работа? Вы закончили еще одну розу? Дайте мне на нее взглянуть. Я ее почти закончила. Краткие визиты Терезы Штольц больше не огорчали Джузеппину. Она была ей рада и сама ее приглашала. Съешьте шоколада, прошу вас, нет. Откройте рот. Нет. Вы глупышка. Так я растолстею. Что за ерунда? Ешьте, ешьте. Что у вас там творится?
Мы строим заговор против мужчин. Чудесно. Маэстро, что это? Неужели вы снова пишете музыку? Музыку? Музыку. Скажите, почему я должен снова ее сочинять? Зачем? В чем смысл? Что я от этого приобрету? Услышу еще раз, что я больше не способен писать музыку? Что я стал последователем Вагнера? Вот так слава. После 40 лет работы получить клеймо подражателя. Отходит еще один корабль с эмигрантами. Несчастные люди. Разве для этого мы создали единую Италию? На самом деле музыка была его жизнью. Ему нужен был лишь достаточно веский предлог, чтобы вернуться к работе. На следующий год случилось страшное наводнение. Река По затопила все провинции вокруг Мантуи. То были годы безработицы и голода в молодом итальянском королевстве, а теперь еще и наводнение. Были организованы спасательные операции. Всюду шел сбор денег. Верди согласился дирижировать реквиемом в Ласкало, чтобы отдать все деньги за концерт в пользу пострадавших. Он приехал в Милан почти тайно, стремясь избежать публичности. Это ему удалось. Но после успешного исполнения реквиема, вернувшись в отель, он оказался в окружении восторженных поклонников и журналистов, которые ждали его в вестибюле. Господа, прошу вас, дайте нам пройти. Спасибо. Спасибо. Одну минуту. Мы с женой просим извинить нас, дамы и господа. Сегодня мы устали. Вы должны понять нас. До завтра. Спасибо. Спокойной ночи. Все хорошо, благодарю вас. От славы так устаешь. Слава тяжкая буза. Иногда. Да, это так. Ноги болят. Знаешь, что я сделаю? Что? Притушу свет. Вот так. Темнота. Кажется, что она создает тишину. Как это верно. Какой покой. Кажется, что мы в Сантагате. Я даже не слышу шума проезжающих повозок. Стойте. Вы могли бы объехать улицу Манзони по улицам Монте-Наполеон или Кроче-Росса? Ради Верди? Да, поезжайте. Кареги! Что? Сюда, сюда! Давайте инструмент. Вы готовы? Да, прекрасно. Ни слова. Тихо. Скорее, скорее.
Играют. Что? Из травиаты. Увертюра. Что такое? Играют на улице. Музыканты заняли всю улицу. Это для тебя, Верди. Иди. Они играют для тебя. Куда идти? На балкон? Да. Ты хочешь, чтобы я? Да. Не сейчас. Надень его на себя. Вот что такое слава. Отель «Де Милан». Спасибо, друзья. Благодарю вас. Я очень тронут. Вам я особенно благодарен. Спасибо вам, мой дорогой. И всем вашим музыкантам. Спасибо. Маэстро, вы должны написать еще одну оперу. Еще одну. Еще одну такую, как «Аида». Подарите нам еще одну оперу. Еще одну.
Я слишком стар. Я должен уйти на покой. Пора. Ерунда. Вы вовсе не такой старый. Вы крепкий, как юноша. Маэстро устал, поймите его. Он не сможет нам отказать. Да, да. Посмотрите на меня, маэстро. Я и то на все готов. Но для великого оркестра театра Ла Скала я, может быть, напишу симфонию. Маэстро, мы ждем еще одной оперы. Новый. Вы издатели? Простите, друзья. Стало холодно. В моем возрасте приходится беречь себя. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо. Доброй ночи. Вы слышали, господа? Пока, Джулио. Верди напишут новую оперу, для которой вы, Ариго Бойто, напишете либретто. Я был бы более чем счастлив писать для Верди, но что это за опера? Что за опера? Мы обсудим это позже. Пока никому ничего не говорите. Он из Буссета. Мы должны найти к нему подход в духе его дипломатии. Понимаю. Прежде чем Верди вернулся в Сантагату, Джулио Рикорди добился важной цели. Уговорил Верди встретиться с Бойто. Фачо, задержитесь на минуту. Я только выпью еще кофе, подождите меня. Еще кофе? С ума сойти. Вы и так достаточно нервничаете. Разве? С чего мне нервничать? Я пришел с дружеским визитом. Рикорди выбыл у меня обещание. Это меня публично компрометирует. Я вынужден встретиться с Бойто, с этим юнцом. Но ты уже в третий раз перечитываешь Атала. Ты нервничаешь. Я? Они опаздывают. Пепина, ответь ты. Я. К вам пришли маэстро Фачио и маэстро Бойто. Скажи, пусть поднимаются. Пусть они поднимаются. Надо подать им кофе. Полный кофейник позади тебя. Войдите. Прошу вас. Бойто. Фачо. Вы, конечно, знакомы друг с другом. Джузеппино, ты ведь знаешь сеньора Бойто, верно? Бойто, конечно. Он композитор, писатель и поэт. Я не ошиблась? И поэт? Да, конечно, и поэт. Хотите кофе? Да, спасибо. В чем дело? Сейчас не время для кофе. Дело не в этом, маэстро. Перед тем, как подняться к вам, Бойто выпил уже две чашки. Это не важно. Третья чашка зарядит вас до отказа. Кофе — бальзам для души и для тела. Садитесь. Верди любит беседовать стоя. Фачо, вы здесь как дома. Наводнение в долине По, триумф благотворительного исполнения реквиема, серенада, устроенная Фачи в тот же вечер, все это подготовило финальный рывок навстречу Верди, этого нервного молодого человека, чувствительного, но твердого. Верди изучал его. Я уверена, серенады придумали соловьи, но то, что я слышала тем вечером, было... Я сидела там в темноте. Вы все слышали, Бойто? Да, я был рядом с другом, с Джакозой. С Джакозой? С тем, что написал игру в шахматы? Да, маэстро. Когда раздались овации, Джакоза сказал, увидев вас на балконе: Бойто, вот что такое слава. Вот кофе. Горячий и крепкий. Верди. Нет, я сам. Верди испытывает естественное недоверие к Бойто, автору тех оскорбительных стихов, обвиняющих Верди в упадке и банальности. Пройдут 2 года, прежде чем Бойто будет впервые приглашен в Сантагату. Ну что ж, Бойто, Фачо, спасибо за ваш визит. Это честь для нас, маэстро. Есть еще одно небольшое дело, о котором я хотел с вами поговорить. Что за дело? Простите. Какое мощное произведение, шекспировский Отелло. Отелло? Ноя. Дикая, первобытная наивность Мавра против подлости Яго.
Загнивающая цивилизация, олицетворенная порочной Венецией, которая стремительно скатывается к упадку и губит доверчивого, наивного Мавра, еще не испорченного этой цивилизацией, и коварство Яго, скрытое за обликом честного человека. Яго. Да, маэстро. Подлый человек, который на первый взгляд вовсе таким не кажется. Только ваша музыка сможет выразить двуличие этого персонажа. Изящный, беспечный Яго говорит ужасные вещи легко. И если кто-нибудь скажет ему: «Вы произнесли чудовищные оскорбления», он ответит: «Неужели? У меня не было такого намерения». Да. Своими нежными, но подлыми руками он толкает Мавра, простого, как силы природы, в пучину неукротимой ревности, более жестокой и дикой, чем ураган, с которого начинается опера. Ураган? Нет, нет. У Шекспира все начинается с тайной свадьбы Отелло и Дездемоны. Нет. Все будет более драматично, если после поднятия занавеса начнется ураган. Но Отелло прибудет на Кипр, несмотря на бешенство стихии. Потом буря стихнет. Люди возликуют. Яго во мраке ночи начнет плести свой ужасный замысел. А для Отелло и Дездемоны, после их бегства из Венеции, после страшного шторма на море, настанет первая ночь любви под звездами западного неба. Почему вы заговорили об этом, уже собираясь уходить? Садитесь, прошу вас. Нет, нам пора. Спасибо, мы пойдем. Маэстро, если вы не против, завтра я мог бы принести вам сюжет либретто Отелло, который я сделал. Да, конечно, буду очень рад. Вы сказали послезавтра? Послезавтра в это же время. Хорошо, прекрасно. До свидания. До свидания, маэстро. До свидания, Фачо. Фачо? До свидания. Прекрасно. Все как нельзя лучше. Все было ужасно. Ты молчал как мумия, а перед уходом тебя словно прорвало. Это лучший способ представить свою идею. Надо написать сюжет. Ты сказал, он готов. Я соврал. Я придумал все на ходу. Итак, послезавтра он принесет мне набросок либретто. Значит, мне снова придется работать. Ты же согласился. Ты принял идею. Да, конечно, конечно. Ты можешь послать ему письмо. Дорогой Бойта, я передумал. Менять идеи, как дурак? Меня все вынуждают работать. Рикорди, Фаччо, Бойту, теперь еще и ты. Мне почти 70. Все твердят, что моя музыка устарела. Никому не нужны арии, только зум-зум-зум оркестра. Если я напишу зум-зум, скажут, это Вагнер. Если не напишу, скажут, что я выдохся. Нужно уметь быть дипломатом. Попроси Бойта написать либретто, потом устрой с ним встречу. И если его замысел будет приемлем, ты им займешься. Если нет, откажешься? Если нет. Дело не в этом. Вы вяжете меня по рукам и ногам. О, Боже. Все это у нас уже было. Но дело того стоит. Бойто уже не юноша. Ему 36 лет. Огромный успех его «Мефистофеля» в Париже и в Лондоне сделал его мировой знаменитостью. Но любовь к Верди заставила его отложить оперу «Нерон», над которой он работал, и погрузиться в работу над «Отелло». Парус, корабль, знамя. На нем лев, святой Марк. Громовой звук трубы. Вспышки молний. Он работал, несмотря на больной зуб, вызвавший воспаление десны. Ликуйте. Океан взял свою жертву. Полчища арабов повержены. Господь венчал нас славой. А враг в свирепой буре им потоплен. Джулио Рикорди забрасывал Бойта письмами. Бойто поселился в Венеции, в доме старшего брата Камилла, который почти боготворил его, своего Ориго. Ориго. Компресс для твоего зуба. Он болит уже меньше. Нет, такие воспаления опасны. Вот что я написал Рикорди. Я стараюсь писать так хорошо, как только могу. И доказать Верди, что никто не почитает его талант и не любит его больше, чем я. Ну что ж. Приложим компресс.
Господи, он горячий. Он таким и должен быть. Верди был осторожен, недоверчив, он строил оборону. Вежливо, но твердо он отказался от визита Бойта, которого Джулио Рикорди хотел привести в Сантагату. Дорогой Джулио, не буду ходить вокруг да около. Визит Бойта ко мне свяжет меня слишком большими обязательствами, а я этого не хочу. Луиджи, отвези письмо на почту. Бойт не приехал в Сантагату, но Верди поехал в Милан. Он прочел либретто Отелло и купил его, заплатив Бойта деньги. Либретто оперы в четырех актах. Отелло. По трагедии Уильяма Шекспира. Меня она за боль страданий любит. А я ее за нежное сочувствие. Верди положил эту рукопись в ящик бюро рядом с либретто «Короля Лира», которая лежала там 20 лет. Но теперь он иногда открывал этот ящик, чтобы полистать «Отелло». Первым словом «Отелло» должно быть «ликуйте». «Ликуйте». Предыдущие четыре строки надо убрать. В тот момент, когда он появится на сцене, он должен петь «ликуйте». Затем Верди снова клал рукопись в ящик. Джулио Рикорди волновался, нервничал. Если бы только Верди согласился встретиться с Бойта. Если бы я убедил Верди переделать второй акт оперы «Симон Баканегра» вместе с Бойта. Верди мог бы согласиться встретиться с Бойта. Пусть они встретятся. А потом после Баканегра — «Отелло». Наконец Верди сдался. Он согласился переделать оперу «Симон Баканегра» и позволил Бойту заняться ее либретто. Но встречаться с ним Верди отказался. Вся работа делалась по почте. Письма шли одно за другим. Постепенно тон посланий Верди становился все менее суровым, более дружеским. Первое письмо подписано так. «С верой в вас, Верди». Во втором уже сказано. «Сердечным приветом, Верди». Позже он пишет так. Ваш друг, как всегда, Верди. И, наконец, продолжайте работать так же успешно, дорогой Бойто. С любовью, Верди. Старого медведя постепенно удавалось укротить. Один. Прощаюсь с тобой навеки. Сегодня он звучит роскошно. Могучий голос, могучий. Погодите, вот будет его дуэт с Симоном. Тише. Ладно, ладно. Успокойся. Прекратите разговоры. Готовьте смену декораций. Переделанная опера «Симон Баканегра» с большим успехом прошла в Ла-Скала в марте 1881 года. Верди было 68 лет. Ему все больше и больше нравился Бойта. Нервный, эмоциональный, в то же время постоянный, верный, мужественный. Наконец, Бойта был приглашен в Сантагату. Ликуйте, Бойта. В честь чего? Перед вами открылись ворота тайного замка. Добро пожаловать, Бойта. Добро пожаловать, Джулио. В этот раз... Мы будем сокращать текст «Отелло» не по почте. Прошу вас, проходите. Спасибо. Играете в бильярд? В Сантагате долгие вечера. Долгие вечера и тучи комаров. Это Лулу, мой истинный друг.
Она умерла. Хороший портрет. Гадаете, кто это? Это вроде бы я. Автор Винченцо Джемито. Почему меня всегда изображают таким мрачным? Идемте. Прошу сюда. Это комната моей жены. Спасибо, Аньеза, можете идти? Бойда, вы уже осмотрели дом? Идите, Аньеза. Идите. Прошу вас сюда. Вот наш спинет. Проходите, прошу вас. Нравится? Да. Этот спинет мой отец купил у священника, когда мне было 8 лет. Он все еще звучит. Подойдите, сыграйте. Это попугай моей жены. Теперь вы знаете все наши семейные тайны. Так началась их крепкая дружба, что было очень важно для такого недоверчивого человека, как Верди. Вместе с ней началось их долгое сотрудничество. Они вместе создали Отелло, а затем Фальстафа. Бойте, попав наконец в Сантагату, провел там несколько дней. Они с Верди трудились над либретто Отелло. Теперь его можно было положить на музыку. Когда Бойте уезжал... Верди! Сеньора, гость забыл губку для мытья. Бог с ней, он, наверное, забыл даже свое имя. Бойте забыл свою шляпу, щетку и даже губку. Он художник, он витает в облаках. Сеньора Джузеппина! Сеньора! Сеньора, скорей! Это Мариетта из селения Виланова. Что случилось? Скорей, в чем дело? С моим мужем несчастье. О, Боже! Он истекает кровью. Что с ним? Его надо везти в больницу. Сеньора, моего мужа ударил рогами бык. Он там. Боже мой, Верди! Верди! Что стряслось? Беда в селении Виланова. Мужа Мариетты ударил рогами бык. Что? Он там, на дороге. Надо везти его в больницу. Он там. Где коляска? Бастиана! Мария, убери эти вещи. Неси две простыни. Скорей. Скорей. О, Боже. Сеньора! О, Мадонна! Он что-то просит. Что случилось? Сколько крови? Готовь коляску. Да, сеньор. Пусть Ансельма запряжет Сталлато. Он самый быстрый конь. Скорее. Да, сеньор. Не волнуйся, милый. Мы отвезем тебя к врачу. Сеньора, эти просто не подойдут? Нет, не ходи туда. Пусти. Коляска. Скорей, скорей. Сеньора, давай. Поезжайте. Боже мой. Поднимаем. Потихоньку. Держите голову. Держите, держите. Осторожно. Полегче, полегче. Потихоньку. Он умирает. Сколько ехать? 30 километров до Пьяченцы. А в больницу Буссетту его везти нельзя, потому что она в провинции Пармы. Идиотизм. Надо построить больницу в Виланова. Кто ее построит? Кто? Верди решил, что в местечке Виланова Дарда должна быть больница. Он построил ее, вот она. Либретто Отелло было закончено, и он, казалось бы, больше не думал о нем. Но Рикорди придумывал предлоги, чтобы напоминать о нем. Поставьте торт туда. Рождественский торт. Сюда, Тереза. Угадайте, от кого? От Рикорди. Так, давайте посмотрим. Тут еще и письмо. Наилучшие пожелания Джулио Рикорди. На рождественском ужине 1881 года присутствовали Тереза Штольц, Муцу, теперь уже мужчина средних лет, и его жена. Какая прелесть! Черный младенец. Ангелочек. А почему он черный?
Потому что это мавр из Венеции. Рекорди спятил. Маэстро его вырастет. Стойте. Это маленький мальчик или маленькая девочка? Если это Отелло, с ним что-то не так. Нет, главные детали. Прекратите. Пусть он перестанет, я смущаюсь. О чем он говорит? Что за деталь? Фаллос. Муцо выразился по-милански. Мне пришлось все объяснять. Выпьем за Отелло. Одну минуту. Я должен все обдумать. Мне пришло в голову, что... Если... Я засяду за Отелло и напишу оперу в этом году, то в следующее Рождество Джулио Рекорди не пришлет нам торт. В тот год умер Вагнер в Венеции. Печаль и скорбь. Умер Вагнер. От нас ушел великий человек, живший под могучим влиянием музыки и театра. Когда я прочел вчера сообщение об этом, меня охватило чувство страшной утраты. Соперник, антагонист, враг Верди, как глупо называли его некоторые люди, ушел. Верди остался на вершине один. В свой 70-й день рождения... Он написал Кларе Мафеи. «Я начинаю чувствовать себя слишком старым. Жизнь кажется мне бессмысленной. Хуже того, никчемной. Что мы можем сделать? Что мы сделали?» Подводя итог, я получаю печальный, унизительный ответ. «Ничего». «Ничего». Но тем не менее, после 4 лет работы, Отелло наконец стал появляться на свет. Как все оперы Верди, он родился в результате взрыва вдохновения. Дорогой Джулио, у меня для вас чудесная новость, но пока никому о ней не говорите. Маэстро Верди снова пишет музыку. Но работа над многострадальным Отелло снова была прервана. Прочти. Что там? Интереснейшая статья. Одна неаполитанская газета напечатала интервью с Бойто. Бойто? Бойто? По словам журналиста, Бойто очень хвалил либретто Отелло и выразил сожаление, что не может написать на него оперу сам. Пусть пишет ее сам. Я покончил с Отелло. Верди, нельзя быть уверенным, что в этих статьях правда. Ты знаешь по опыту, что журналистам говорят одно, а они пишут другое. Слова Бойто были неверно переданы беспечным репортерам. Бойто не говорил ничего подобного, но, как обычно, быстро переубедить Верди не удалось. Разгневавшись, он перестал работать над Отелло. Маэстро, либретто Отелло ваше по священному праву. Вы его завоевали. Кто, кроме вас, может написать музыку к Отелло? В письме Бойто с мольбой к разгневанному маэстро видна преданная натура поэта. Умоляю, не бросайте работу. Эта трагедия создана для вас, предназначена вам. Не останавливайтесь. Вы работаете с большим пониманием, с большей силой, чем я. Возьмите перо, напишите мне. Мальчик мой, улучшите свои стихи. И будьте уверены, я сделаю все, что вы пожелаете.
Вы в меня верили. Мысль об этом заставила меня вам написать. Мой нейрон лежал без дела, пока я работал с вами. Вы наш вождь, наш учитель. Вы живое воплощение жизненной силы и искусства. Мы все остальные без вас поникнем и увянем. Он твой человек. Держи. Отношение Джузеппины к Бойто связано с ее смирением. Она наверняка понимала, что больше не может быть для Верди советчицей, как когда-то. Верди и его молодой гениальный друг всегда будут впереди, а ей придется отступить. Для нее больше нет места в углу его комнаты, откуда она когда-то говорила. Звучит как-то не так. Дай мне послушать еще раз. Теперь лучше. Да, маэстро. Что? Что ты сказала? Так, мечтала вслух. Теперь ее место принадлежало другому, Бойто. Через несколько месяцев вдохновенной работы Отелло был закончен. У моей матери была бедная служанка, влюбленная и прекрасная. Ее звали Барбара. Искреннюю дружбу Бойто Верди принимал теперь безоговорочно. Ее теплом были согреты последние 15 лет его жизни. Сомнения Верди, его сдержанность, его отношения с Бойто очень важны для понимания его натуры. Те же сомнения предшествовали его соединению с Джузеппиной. Таков был характер Верди, прямой и несгибаемый. Однако Верди был строг не только к другим, но и к себе. Приняв дружбу Бойто, он радовался еще и тому, что победил прежнего лидера своих противников. Приятно было осознавать, что в свои 70 лет Верди оказался сильней. You've a
Вы работаете с большим пониманием, с большей силой. Слабые бунтари были разгромлены могучим старым волшебником. Что вы делаете? Что вы делаете? Таманьо, Таманьо! Но, маэстро... Минуту. Начните с этого места. Таманьо, даже слепому видно, что вы не смогли бы покончить с собой. Сильно сказано. Верди исполнилось 73 года. Отелло был закончен. Его собирались ставить в Ласкало под руководством самого композитора. Отелло измучен, он бросает свой меч. О, слава! Отелло. Фу. Играйте. Да, да. Вы ложитесь, ложитесь. И ты... Come sei pallida e stanca e muta e bella. И не кричите. Зачем нужен этот крик? У вас мощный голос. Не кричите. Не кричите. Со слов, как ты немая прекрасна. Немая прекрасна. Фачо, начнем с этих слов. Sotto marigna stella fredda come la casta. Бойто! Бойто! Если бы Таманьо мог так хорошо петь, если бы он знал, что мы здесь, с ним случился бы припадок. Он не хочет, чтобы мы это видели. Дездемона! Дездемона! А, Марта! 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 Маэстро! О, Боже! Маэстро, что с вами? У него сердечный приступ. Какой к черту приступ? Ну что, вы поняли? Маэстро! Что вы вскочили? Вы мертвые. Продолжайте, продолжайте. Нет, спасибо, Таманьо. Теперь поняли? Я испортил свою ручку. Сцена пишется кровью. Ну что, все готовы? Невероятно. Бойто. С того же места. Потрясающе. В его возрасте это чудо. Еще большее чудо Джулио музыка, которую он пишет. Svela! Un respiro! Un respiro!
Полегче с ветром. Дайте молнии. Да-да. И тени, я пролезу здесь. Молнии. Осторожно. Осторожно. Ну что, Таманию, вы готовы? После вас. Поверьте, маэстро, будет триумф. Ooh.
Бутаманио. Все чудесно, маэстро. Маэстро, это триумф. Спасибо вам. Спасибо. Публика требует вас. Нет-нет, я не хочу. Нет-нет. Идемте, идемте. Маэстро, у нас огромный успех. Поднимите занавес, поднимите. Конечно же, это был триумф. Верди объявили почетным гражданином Милана. Газеты мира посвящали целые полосы восторженным репортажам об этой премьере. Основной мотив был таков. Верди 73, но цифры надо поменять местами. Ему 37. Идемте, Бойтон, идемте. Я не достоин глупостей. Идемте на поклоны, идемте, идемте. Публика приветствует и вас. Два вечера спустя, в конце представления, Верди попрощался на сцене со всеми. Он считал, что прощается и с театром Ла Скала. Вот как пишет об этом миланская газета «Карьере дела Сера». То были минуты великих эмоций. Все сотрудники театра собрались на сцене, чтобы приветствовать маэстро. Он либо дружески похлопывал их по плечу, либо пожимал им руки. Браво. Браво, друзья, вы сегодня, спасибо, оказали честь себе и этому великому театру. Спасибо. И вам, Рамильда. Маэстро. Браво. Спасибо. Вы заставили меня плакать. Браво. 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 Браво, Таманьо. Маэстро, я не могу вас обнять, иначе вы испачкаетесь. Мы не должны этого допустить. Немного испачкаться в такой момент не беда. Браво. Браво, Таманьо. Вытрите, пожалуйста, пятнышко. Ну, не платком, Дездемоне. Это вам. Роза. Фачо. Фачо. Дорогой мой Фачо. До свидания. Нет, нет, я должен уйти, я уже слишком стар. Мэр Милана ждал Верди за кулисами. Маэстро, примите скромную благодарность жителей Милана за удовольствие, которое подарила нам ваша музыка. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо вам всем. И теперь, когда моя долгая карьера закончена... Ну что вы, маэстро? Нет, пора. Я уйду на покой и снова стану мирным крестьянином... В Сантагате. Нет-нет. Да-да, я уже слишком стар. До свидания. Люди кричали, нет-нет, вы должны написать еще одну оперу. Еще одну оперу, маэстро. До свидания, друзья. Но Верди помахал всем рукой и быстро сошел со сцены. Ла Скала. Всегда Ла Скала. Он покинул театр со слезами на глазах. Милан. Мой дорогой Милан. До свидания. Goodbye. До свидания. Милан! Великолепный вечер был омрачен мыслью о том, что Верди закончил свой путь в искусстве. Но когда ему было уже 80... Когда ему было 80, Верди создал оперу «Фальстаф». Вам нравится, маэстро? Джулио Рикорди и Бойте привезли из Милана точную модель сцены театра Ла Скала с декорациями Фальстафа. Его должны были поставить в феврале. Художник Хохенстайн поработал хорошо. Прекрасно. Мы привезли его декорации ко всем актам. Будем надеяться, что музыка столь же хороша. Верди! Пепина, пока не входи. Джулио, не пускайте ее, пожалуйста. Опустите занавес. Пока нельзя. Но я... Пока нельзя. Мы готовы. Теперь входи. Прошу вас. Спасибо, Джулио. Иди сюда. Садись же. Садитесь, сеньора. Спасибо. Итак. Фальстаф. Акт первый. Сцена первая. Таверна, орден подвязки. Ну что,
Чудесно, правда? Чудесно. Действительно чудесно. Итак, мой Верди написал оперу «Буф». Нет, комическую оперу. Комедию, сеньора, комедию. Понятно, комедия. Ну что ж, мужчины, веселитесь. Нет, не помогайте мне. Мы работаем, дорогая, это работа. Я считаю, что Фальстафа надо передвинуть вдоль сцены вправо. Двигайте его, двигайте. Отлично. Публика должна видеть его. Театр Ласкала слишком велик, чтобы все отчетливо видели. Так. Если Фальстаф уже сидит, то... Доктор Кайос может выйти отсюда. В возрасте 80 лет Верди написал еще одну оперу, к тому же комическую, первую и последнюю после оперы «Король на час», которую он создал более чем на полвека ранее. Теперь 80 лет, словно желая проверить себя, Верди написал Фальстафа, свой шедевр. Либретто было уже напечатано. Его автором, конечно, являлся Бойте. Верди считал, что обязан этим своим творением именно ему, его верной скромной дружбе. Бойте не имел времени заниматься своей оперой «Нерон». Работа над ней совсем не продвигалась. Он мог работать, причем очень хорошо, но для Верди. Так, сойдем со сцены и вернемся в зрительный зал. Фальстаф. Шекспир создал этот персонаж очень объемным. Он и рыцарь, и грубиян, и обжора, и пьяница, и мошенник, и возможный соблазнитель. Верди смеется над комичным Фальстафом, но с долей меланхолии. Творение Верди Фальстаф не похоже на «Севильского цирюльника», этот шедевр итальянской комической оперы. В нем все — веселье, забава, тогда как в Фальстафе к юмору Верди примешивается горечь. Композитору жалко старого Фальстафа. Mondo ladro. Mondo rubaldo. Reo mondo. Фальстаф принес Верди очередные овации, очередной триумф. Предлагалось даже наградить его титулом маркиз Бусетта. Верди в ужасе отказался. Он снова проводил зимы в Генуе. Джованна, подайте мне ужин. Ох уж эти генуэзцы. Они умные, трудолюбивые, умеют вести дела и ни с кем не братаются. Они мне нравятся. Когда погода улучшалась, Верди возвращался в Сант-Агату, чтобы обсуждать дела с фермерами и управляющими, а также разбираться в счетах. Каждое лето, по установившемуся обычаю, они с Джузеппиной лечились в Монте-Катини на водах. Там бывала и Тереза Штольц. Вы устали? Немного. Вы только посмотрите на маэстро. Он совсем как юноша. Мадам Штольц. Добрый день. Это доктор Грокко. Доброе утро, дамы. Здравствуйте, доктор. Как вы, сеньора Верди? Я слегка устала. Да-да, я не удивлен. Маэстро, осторожней с юными дамами. Стоит вам оступиться, и вы упадете. В моем возрасте легче написать оперу, чем так оступиться. Простите, дамы, мне пора к жене. До свидания. Дорогая, ты снова шалишь? Теперь Тереза Штольц была Джузеппине верной, искренней подругой, которую той всегда хотелось иметь. Терезе было 50, Джузеппине 80. В 83 года Верди затеял новую работу. Но не оперу, а то, что он назвал своим лучшим творением. Он решил создать дом для пожилых певцов и музыкантов. Доброе утро, господа. Рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада. Мы сделали... Здравствуйте. Вычисления. Расходы будут велики. Да, маэстро. Я все записал. Прочтите. Нет, постойте. Во-первых, это не дом престарелых. Значит, лечебница для пожилых? И не лечебница.
Поймите, эти старики и артисты должны быть в нем гостями другого старика, моими гостями. Гостями. С этого дня будем говорить «дом для отдыха музыкантов». Именно так. Дом для отдыха. Итак, теперь, когда мы решили, что назовем наш дом домом для отдыха, покажите мне первым делом, где мои пожилые гости будут отдыхать, где они будут спать. Вот, смотрите, маэстро, они будут спать в этих больших палатах. В палатах. Это слово звучит по-больничному. Мой дорогой архитектор, что сказали бы вы или ваш брат, или любой из моих гостей, если бы я положил их всех спать в одной большой палате? Подумайте о достоинстве людей. Они не должны спать все вместе в одном большом помещении. Нет. Каждый должен иметь собственную комнату. Да, но расходы. Сделайте комнаты небольшими, но такими, как положено. А самое главное... Работайте от всего сердца. То, что сделано от сердца, всегда хорошо. Что скажешь, Пепина? Никаких больших палат, отдельные комнаты. Но... Что? Пусть в каждой комнате живут двое. Ты согласен? Вдвоем с другом по вечерам каждому будет веселей. Вот что значит сердце. Разумное, трезвое мнение. Браво, Пепина. Итак, маэстро, давайте тщательно все обдумаем. Это будет мое лучшее творение. А поскольку я создаю его сам, на проекте будет моя подпись. И плачу за все тоже я сам. Я сам и подсчитаю расходы. Может быть, мы их слегка сократим. Что если первыми в доме поселимся мы с Пепиной? Мне сказали, что каждый гость будет обходиться примерно в 345 лир в год. Значит, 80 гостей. А их будет примерно 80. Обойдутся нам в сумму... Шевелитесь. Камилла, брат Арриго Бойта, будучи архитектором, спроектировал здание. Верди, энергичный как никогда, руководил строительством, которое развернулось в Милане. Похоже, дело сдвинулось с места. Да. Отойдите. Осторожно. Маэстро! Доброе утро! Стройте скорее леса. Верди положил на счет проекта в один из миланских банков 400 тысяч лир, гигантскую сумму, равную теперешним 150 миллионам долларов. Теперь он знал, что бы с ним ни случилось, дело будет продолжено. Доброе утро. Вы из окрестностей Пармы? Из Безенсоне. Что привело вас в Милан? Вся работа здесь, маэстро. Земледелием теперь на жизнь не заработаешь. Приходится трудиться на стройках в городе. Простите. Идите. А земля пропадает. У нас нет промышленности, которая бы нас спасла. Вы знаете, из моего окна в Генуе я иногда вижу корабли, в каждой из которых набиваются тысячи иммигрантов. Они уезжают от голода и бедности. Италия была другой, совсем не такой, о какой мечтали люди в 1848 и в 1860, в годы объединения страны. Теперешняя Италия беспокойная и бедная не нравилась Верди. В ту зиму Джузеппина слегла с воспалением легких. Ей было 82 года. Верди недавно справил 84-й день рождения. Это Верди? Да. Он даже не чувствует холода. Он надел самое теплое зимнее пальто. Мария. Принесли дрова для печи.
Эту печь Верди специально выписал из Милана. Сад облетел, но словно по волшебству среди мертвых листьев выросла фиалка. Вдохни этот аромат. Я его не чувствую, Верди. Нет. Видимо, из-за простуды. Попробуй еще. Мне очень жаль. Час спустя, в 4 часа дня, Джузеппина умерла. Пепина. Нет. Нет. Пусть всем пошлют телеграммы. У нее есть сестра. Да, и Бойто. Он в Париже. Да, мы все сделаем. Моему Верди, с любовью и поклонением, как в прежние дни. Сант-Агата, сентябрь 1878 года. Твоя Пепина. Беда в том, что я теперь не сижу в удаленном углу твоей комнаты и не слушаю, как ты работаешь, свернувшись клубочком в кресле. Я не скажу тебе больше. Это прекрасно, маэстро. А вот это не годится. Постой, повтори этот фрагмент еще раз. Он звучит оригинально.
моему Верди с любовью и поклонением, как в прежние дни. Тело Джузеппины отвезли в Милан и похоронили в могиле, которую Верди выбрал для нее и для себя на кладбище Монументале. Верди остался в Сантагате. Приемная дочь Филмена уговорила его не ездить на похороны, чувствуя, что в преклонном возрасте такие переживания слишком тяжелы. Мэр Вигоне ждет вас в Милане. Вигоне? Хорошо. Бойто приехал из Парижа. Найди его. Хорошо, мама. Находясь в здравом уме и твердой памяти, я молю Господа о том, чтобы мое последнее распоряжение было справедливым и разумным. Объявляю моего возлюбленного мужа Джузеппе Верди моим единственным наследником. Прошу всемогущего Господа хранить его при жизни и после смерти, соединив меня с ним в лучшем мире. Прощай, мой возлюбленный Верди. Мы были едины в жизни. Да соединит нас Господь и после смерти. Верди проживет еще 3 года. Анджелина? Да, мама. Отнеси кофе своему дяде. Торт такой вкусный, но он к нему не притронулся. И попроси его не играть все время похоронную музыку. Ваш кофе, прошу вас. Спасибо, спасибо. Теперь в Монте-Катини Верди приехал с Терезой. Ей было около 60. Главное здоровье, дорогой маэстро. Вам надо меньше курить и пить меньше вина. Какой смысл стареть, если в старости отказываться от всего приятного? Надо оставаться активным. Главное быть активным, все время занятым. Вот именно. Маэстро много ходит пешком. Тише, он задремал. Посмотрите на него. С ним все хорошо? Да, давайте оставим его одного. Конечно, конечно. Он заснул из-за плотного обеда. Пусть поспит. Да. И отдохнет. Вы не могли бы выйти? Пусть маэстро Верди поспит. Да-да, конечно. Мы выйдем. Спасибо. Идем. Идем. Я не знал, что это он. Stopping it.
già spunta il dì. Иногда ему казалось, что он живет слишком долго. Умерло уже столько его друзей и соратников. Скончался Пьяве, пролежав 8 лет полупарализованным. Ушли Гизландзони, Камарана, Чезарино де Сантис, друг Верди из Неаполя, Солеро, написавший либретто оперы Набука. Еще раньше умерли дети Верди. Маргариты не было в живых уже более 60 лет. Ушли и Бореццы, и Муццо. Я знаю, что скоро покину этот мир. Я уйду, полный любви и благодарности, и дружеских чувств к вам и к вашей дорогой супруге. Умер и Фаччо, и Клара Мафея. Ее не было уже 13 лет. И другие. Все друзья его юности покинули мир раньше, чем он. Теперь не стало и Джузеппины. Маэстро. Да? Сколько секунд до полуночи? Сейчас услышим. Наступил новый век, 20-й. Мадам Штольц? Спасибо. Возьмите, я не должна пить. Ладно, только ради тоста. Вы очень любезны. Спасибо. Прекрасно играете, Ориго. Браво. Маэстро? Все, хватит. Ну что ж. Ориго. За вашего Нерона. За Нерона. Желаю успеха и славы. Нет, маэстро, моя слава лишь отражение вашей. И вся она в двух либретто. Что касается Нерона, пейте. Бедный Бойто. Он был прекрасным другом, но быть другом гения опасно. Сант'Агата, май 1900. Верди пишет последние письма. Их почерк выдает его возраст. Те, что адресованы Терезе, полны очарования. У меня минуты хорошего настроения, поэтому я посылаю вам не один, а два поцелуя. Другие письма исполнены печали. Мои силы иссякли настолько, что я едва могу двигаться и хоть чем-нибудь заниматься. Есть и мрачные письма. Я один. И мне грустно. Грустно. До свидания. Это неправда. Он был окружен любовью Филомены и ее сына Анджелины, который стал секретарем Верди. Ваше молоко, дядя. Молоко. Мария, зачем мне детское питье? Дай мне кофе. Но вы выпили уже 5 чашек. Неважно. Кофе – бальзам для души и тела. Особенно для старого тела. Кофе. Дай мне книгу счетов, Анджелино. Верди все еще занимался делами и был в них, как всегда, внимателен. Он тщательно проверял поступление гонораров, фермерские счета и расходы на строительство дома для пожилых музыкантов. В основном для того, чтобы увидеть, как идет строительство дома, Верди в декабре покинул Сант'Агату. Подождите, маэстро. Я приведу к вам моего брата.
Не позволяйте ему выходить, я скоро вернусь. Ждите здесь. Не выходите. Да, маэстро. Сейчас на улице слишком холодно. Да еще идет дождь. Вы ведь в Милане надолго. Приедете сюда в другой день, когда будет солнце. Ерунда. Нет, маэстро, нет. Проклятие. Анджелино! Анджелино! Что, дядя? Открой дверцу, помоги мне. Что еще для вас сделать? Отойди в сторону. Знаете, как это здание называют в Милане? Собачий дом. Говорят, что я соберу в нем всех паршивых певцов, которые лаяли в моих операх. Камилло! Погода неважная, маэстро. Но вы работаете? Да, внутри здания. Сейчас устанавливаем трубы и всякие соединения. Прекрасно. Я рад. Послушайте, вы знаете, что адвокат Компонати открыл счет на 400 тысяч лир в банке? Да, маэстро. До свидания. Погода и правда ужасная. Я приеду, когда она будет лучше. Смотрите. Здание прекрасно. Правда, дорогое. До свидания, Камилла. До свидания, маэстро. До свидания. Анджелино. Мы поедем сейчас не домой. Давай покатаемся подольше по Милану. Бойто, попросите Анджелино проехать мимо собора. На него всегда приятно посмотреть, даже под дождем. Анджелино? Да. Маэстро хочет проехать мимо собора. Хорошо, маэстро. Маэстро хочет проехать мимо собора. Как долго он строился. Сколько работы. Но большой работы требует все. Ла Скала. Бойто, откройте немного окно, я хочу увидеть театр. Автомобили, электрические фонари. Я помню еще масляные и фонарщиков, которые их зажигали. Как много всего я помню. Я хочу самых простых похорон. Пусть они пройдут на рассвете или вечером, в час молитвы Аве Марии. Пусть не будет никакой музыки.
Гроб вынесли из отеля «Милан» ночью перед рассветом. Верди умер 27 января 1901 года. Он прожил 87 лет и 3 месяца. Я прошу скромного отпевания. Пусть будут только два священника, две свечи и крест. Его распоряжения были выполнены. За катафалком никто не шел. Но в тумане, в ледяной измороси, молча стояли люди несколько часов. Недели ранее, когда Верди сидел на кровати в своем гостиничном номере, и горничная помогала ему одеваться, он вдруг упал без чувств. Он больше не пришел в сознание. Это случилось в понедельник. Еще 6 дней его сердце упрямо продолжало биться. Он умер в воскресенье, в 3 часа ночи. К рассвету людей на улицах стало еще больше. Верди везли на Миланское кладбище, где 3 годами ранее была похоронена Джузеппина. Назад, назад! Не толпитесь! Отойдите! Месяц спустя пройдет торжественная траурная церемония, официальное прославление Верди. Гробы с его телом и телом Джузеппины перевезут в часовню дома для пожилых музыкантов. Но сейчас идут его настоящие похороны, так как хотел он. Люди скорбят без музыки и без пения, в тишине. Конец фильма. Фильм озвучен студией СВ «Дубль» по заказу ГТРК «Культура».